На самом деле это большая нас честь повторно открывать вот такой технологический лекторий. И темой моего выступления является первый реактивный двигатель СССР. Вообще говоря, реактивный двигатель — это то, что нас сопровождает достаточно длительный период времени, потому что все авиаперелеты, все, скажем так, авиашоу — это то, что основано на реактивных двигателях. Более того, газотурбинные двигатели являются источником движения для кораблей, для даже электростанций. Некоторые имеют в своей основе газотурбинные двигатели. И, в общем-то, даже автомобили пытались с ними делать, но как-то с ними не срослось. Но еще можно сказать, что главный танк американской армии тоже имеет в своем сердце реактивный двигатель, о котором мы будем еще говорить. Но сейчас перейдем к тому, что мы сегодня будем знать. Вообще, что такое газотурбинный двигатель, как он устроен, как он работает и как он не работает тоже. Как, где и когда он появился. Отдельно рассмотрим историю создания первого чисто советского реактивного движка. И важным пунктом является история копирования немецких и британских двигателей Советским Союзом после войны. Вообще говоря, почему реактивный двигатель стал необходим, особенно в конце 30-х, на начале 40-х и тем более в 50-х годах? Потому что воздушный винт, которым приводились в движение основные самолеты того времени, все самолеты того времени, он достиг своего предела по скорости. Вообще говоря, на картинке изображен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, который является самым быстрым винтовым самолетом в истории. Но он является самым быстрым винтовым самолетом в истории только потому, что двигатель на самом деле у него тоже газотурбинный. Хотя самолет приводится в движение винтами, двигатель у него реактивный. Это тоже такой как бы маленький нюанс. Смысл в том, что поршневые двигатели стандартные, они имели фундаментальный предел по скорости вращения винта. Чем быстрее мы летим, тем быстрее мы должны вращать винт. Тем быстрее должен вращаться сам двигатель. Но сам двигатель имел технологические пределы того, с какой скоростью может вращаться его ротор. И это приводило к ограничениям скорости. Наращивание мощности, оно не давало никакого особенного прироста. Мы нарастили двигатель, как бы увеличили его мощность, но он стал тяжелее, ему нужна охлаждающая система еще более большого размера, которая тормозит самолет, и в итоге весь наш прирост мощности, благодаря которому мы хотели достигнуть более высокой скорости, он был сожран массой и был сожран радиаторами. Это не очень хорошо, и, в общем-то, предел скорости поршневых самолетов, даже самых рекордных, был примерно там 700-750 км в час. И эти пределы были, в общем-то, достигнуты еще до войны, до Второй мировой войны. На рекордных самолетах Хенкеля и Мессершмитта. Для того, чтобы обойти это ограничение, реактивный двигатель подходил, в общем-то, идеально. Отцом теории реактивных двигателей, именно газотурбинных двигателей, является Борис Сергеевич Стечкин, ученик и племянник Жуковского, который на пару с Александром Александровичем Микулиным, который является еще одним отцом вообще двигателестроения Советского Союза, работали вместе. Вот эта вот жуткая конструкция в центре — это царь-танк, в разработке которого участвовали в том числе два вот этих прославленных инженера. Они разрабатывали, слава богу, не вот эту вот убогую концепцию, которая была ничем не оправдана, они разрабатывали к нему двигатель. И опыт, полученный в разработке двигателя обыкновенный дизельный поршневой, он стал, скажем так, школой жизни для этих инженеров. А Стечкин разработал теорию именно газотурбинного двигателя, как он может быть устроен. И при этом, вообще говоря, он был математиком и занимался теплотехникой. В советские годы он был дважды репрессирован, после этого дважды реабилитирован, работал в Туполевской шараде, по итогам всего этого получил еще и сталинскую премию. Вот такая, как бы, я бы сказал, очень нелегкая судьба, как у многих людей талантливых того времени. Но смысл в том, что двигатель он не спроектировал, теорию он сделал, но теория была такова, что никаких материалов, которые на тот момент существовало, не было достаточно для того, чтобы этот двигатель заработал и как-нибудь
с ним что-то можно было сделать. Теперь немножко чисто технарского занудства. Есть известное распространенное заблуждение, ну, во-первых, что не дырка, а отверстие. Вот, не турбина, а газотурбинный двигатель. Это маленькое занудство связано с тем, что действительно очень часто можно встретить и в литературе, и в статьях, и, в общем-то, в повседневном общении, что типа взвыли турбины самолета или что-то еще, они как раз не воют. Вот как раз турбины, они молчат, их практически не слышно. Воет сопло и воет немножко компрессор. И сейчас мы для того, чтобы вот это вот маленькое техническое недоразумение исправить, сейчас посмотрим, как, собственно, он у нас устроен. Вообще говоря, газотурбинный двигатель состоит из трех основных частей. Первое — это компрессор. Мы имеем на входе воздух, который у нас последовательно сжимается, сжимается, сжимается. Потом камера сгорания, в котором сжатый воздух смешивается с топливом, поджигается. И вот это вот получается горячий поток газов попадает на турбину. Турбина из-за этого потока газов начинает крутиться, и она жестко связана на одном валу, сидит с компрессором. То есть получается как? Компрессор сжимает воздух, воздух сгорает в камере сгорания, раскаленные газы идут на турбину, турбина крутит компрессор. То есть получается вот такая вот, в общем-то, замкнутая схема. Остаток энергии вот этих раскаленных газов выбрасывается из сопла и создает реактивную тягу, то есть заставляет двигатель двигаться вперед. Двигатель делится на две секции. Первая — это холодная секция, это весь компрессор. И горячая секция — это начиная, собственно, с камеры сгорания. Концептуально все достаточно просто. И все эти элементы, так или иначе, еще в самом начале 20 века были известны. Турбины прекрасно применялись на электростанциях, на пароходах, в частности, на «Титанике» стояла паровая турбина, например. Камера сгорания, ну, камера сгорания — это и есть камера сгорания, что там делать. Компрессора тоже использовались и в промышленности, ну, в двигателях, конечно, нет, но в промышленности вещь была известная. То есть все элементы этого двигателя, они были известны еще, в общем-то, в начале 20 века. Но проблема в том, что турбина, которая находится здесь, она работает не от пара, который имеет температуру, ну, допустим, 400 градусов Цельсия. Она находится в раскаленном потоке газов, который плюс еще мало того, что раскален, еще богат кислородом. И работает, должна она работать при температуре выше 600-700 градусов Цельсия. А существовавшие на тот момент материалы, они попросту сгорали при такой температуре или не выдерживали нагрузок, которые там происходят. Собственно, компрессор состоит из достаточно... ряд лопаток, которые на разных дисках. Самый большой диаметр – это при самом низком давлении, самый маленький диаметр, вернее, самая маленькая толщина лопаток при самом высоком давлении. И так по ступеням оно тихонечко наращивается давление и так далее. Помимо лопаток, которые сидят на валу, есть лопатки стационарные, которые, ну, поскольку мы крутим, поток воздуха тоже раскручивается. Для того, чтобы он не раскручивается, мы его выпрямляем. Мы его выпрямляем и разворачиваем, в общем-то, в другую сторону. Поэтому есть стационарные лопатки, которые, вот они, в общем-то, которые сидят на внешней стороне двигателя. То есть вот эти вот лопатки, они на диске сидят, а вот эти лопатки, они сидят на внешней стороне и неподвижны. Камера сгорания устроена немножко интереснее. Вообще говоря, в ней поток воздуха делится на две части. Первая часть воздуха идет непосредственно в камеру сгорания, смешивается с топливом и поджигается. А вторая часть воздуха, она обтекает камеру сгорания, охлаждает ее стенки и постепенно смешивается с ним для того, чтобы чуть-чуть понизить температуру этих газов. Раскаленные газы из камеры сгорания выходят на сопловые аппараты турбины, которые направляют вот этот газовый поток под правильным углом, чтобы он максимальную энергию свою отдал на турбине. Собственно, турбина, ну, с ней ничего особенного как бы нет. Ряд лопаток, на которые вот они вот так вот достаточно сильно изогнуты, сопловой аппарат в данном случае направляет воздух вот так, то есть вот по таким вот линиям. И турбина раскручивается, работая частично как
в общем, ну, в каком-то смысле даже как водяное колесо, потому что угол достаточно острый получается воздуха. Итак, вернемся к предыдущей схеме. Двигатели вообще относятся к понятию двигатель постоянного давления. То есть на каждой ступени двигателя давление, оно, в общем-то, не меняется при станциональном режиме работы. Здесь у нас давление атмосферное, здесь оно нарастает, нарастает, нарастает. А начиная с камеры сгорания, давление начинает падать. Оно падает, а при этом скорость истечения воздуха увеличивается. И здесь давление, в общем-то, самое низкое на сопле. Оно может быть даже в каком-то смысле не... Ну, оно не ниже атмосферного, конечно, но оно может быть даже сравнимо с атмосферным давлением в некоторых случаях. Но в 30-е годы, как ни странно, самым перспективным направлением двигателестроения считались паротурбинные установки. Чтобы было понятно, газотурбинные установки считали неперспективными, потому что нужны какие-то очень сильные материалы, чтобы выдержать такие температуры. А паротурбинная установка – это, по сути, паровая машина, которую хотели поставить на самолет. То есть паровая машина, которая имеет котел с водой, вода у нас нагревается, закипает, идет на турбину, турбина крутит воздушный винт, а потом идет самое сложное. Вот этот пар, который мы в случае обычной электростанции, мы можем его, в общем-то, пустить в трубу, нам без разницы, в случае там, или пустить, охладить его забортной водой или в реку опустить, чтобы он тоже охладился, в воздухе нам этот пар нужен, мы его должны обратно сконденсировать в воду. И нужно было спроектировать очень большие конденсационные установки, которые должны были возвращать пар в жидкое состояние. И над этой работой занимался в Советском Союзе Архип Михайлович Люлько. Вот это вот замечательный украинец по национальности. Он занимался этой темой, рассчитывал, собственно, вот конденсаторные установки. Вот такие вот примерно конденсаторные установки, фотографий тех времен не сохранилось, но можно примерно понять. И вот эту вот дуру надо было выставить в воздушный поток, чтобы она как-нибудь охладила нашу воду. Понятно, что все преимущества, которые дает турбина с точки зрения там, оборотов двигателя, воздушного винта и прочее, вот этой вот дурой, они просто сжираются и даже с лихвой. Никакого прироста скорости нет. И Люлька, в общем-то, долгое время боролся с этой темой, бомбардировал наркоматы, Министерство промышленности и прочее письмами с доказательствами того, что паротурбинная тема, она абсолютно бесперспективна, в отличие от темы газотурбинной, о которой он вычитал, в общем-то, в Харьковском университете, в котором работал. И в конечном итоге ему дали свободу воли, и его посадили на исследование газотурбинных двигателей. Но он на этом не остановился. Он не остановился, даже когда он занимался своим делом, он по-прежнему пытался максимально сократить финансирование вот этой темы и вообще ее прекратить, для того, ну, потому что как бы он считал ее бесперспективной. То есть казалось бы, ну тебе дали свободу воли, ну успокойся ты. Нет, человек не успокаивался и считал это настолько бесперспективной вещью, что тратил свое время на то, чтобы доказывать это остальным. Но, как ни странно, у него получилось, эта тема действительно умерла, хотя в 30-е годы именно вот на этой теме сидели и ведущие, в общем-то, инженерные коллективы всех стран мира. Первый действующий образец газотурбинного двигателя сделал немец. Это стало известно уже после войны, потому что во время войны считалось, что пионерами двигателестроения являются британцы, но... Некий немец со странным именем Ганс Иоахим Папст фон Ахайн, да, ну, такое типичное немецкое имя, он сделал вот такую вот чудовищную конструкцию на пару с инженером и механиком Максом Ханом, сделал ее из листового металла, она вся вращалась под действием электродвигателя, в ней сжигался, по-моему, водород, она выбрасывала из себя столб пламени длиной 6 метров, страшно коптила, не давала никакой положительной тяги и была демонстрация, в общем-то, того, что в принципе такая штука может работать. На эту демонстрацию пришел профессор Эрнст Хинкель, посмотрел на это все, сказал, ну ничего себе, значит, ребята, давайте-ка я вас возьму себе под крыло, и вы сделаете мне реактивный двигатель. Это было в 1935 году.
А в 1939 году двигатель Ахайнов поднял в воздух первый реактивный самолет в истории. Двигатель назывался ХЕС-3, и он выглядел вот так вот. То есть он вот такой вот маленький, коротенький, пузатенький. В нем был центробежный компрессор. Те компрессора, которые мы рассматривали до этого, они были осевые, то есть они последовательные вот этот вот ряд лопаток, которые увеличивают давление. Центробежный компрессор, в отличие от... Он воздух разбрасывает в стороны от себя за счет центробежной силы его сжимает. Преимущество центробежного компрессора в том, что он имеет высокую степень повышения давления на одну ступень компрессора. Недостаток в том, что очень низкий коэффициент полезного действия, относительно низкий коэффициент полезного действия, и двигатель получается очень пузатым. То есть, как бы, воздухозаборник у него вот здесь, а сам двигатель почти в два раза больше в диаметре получается, что очень немаловажно для авиации. Двигатель жрал топливо как не в себя, работал не очень долго, развивал тягу, по-моему, где-то на уровне 300 кг, и, тем не менее, позволил самолету Хенкель 178 развить скорость под 700 км в час и стать первым реактивным самолетом в истории авиации. В это же время в Великобритании некий товарищ с гораздо более простым именем Фрэнк Уиттл разрабатывал собственный газотурбинный двигатель. И у немцев, и у англичан тоже все дело сводилось к центробежному компрессору. Но хитрый англичанин использовал не односторонний, а двусторонний компрессор, который засасывал воздух с двух сторон от диска. Это позволяло сделать двигатель немножко меньше в диаметре при том же расходе воздуха. И имело некоторые преимущества. И в 1940 году первый английский реактивный самолет тоже поднялся в воздух. Разумеется, что немецкие, что английские полеты были строго как бы засекречены, никем не афишировались, и кроме, может быть, каких-то разведывательных структур, никаких деталей этих полетов никто не знал. Собственно, британская школа имела вот такие вот двигатели, вот этот вот двусторонний компрессор, камера сгорания, вот она. И смысл в том, что вот смотрите, как воздух в нем должен был идти. Он идет в компрессор, сжимается, вот так вот идет, здесь начинает сгорать и уже вот так вот попадает. То есть воздух два раза совершал повороты на 180 градусов в ходе движения по двигателю. Это на самом деле очень неэффективно, считайте, там, ну, если вы бегали там, по турникетам когда-то, вот, ну, таким вот змейкам, прекрасно понимаете, что это не самый лучший способ бегать. И эти схемы, они, в общем-то, были характерны для того времени, потому что более компактную конструкцию делать не получалось. В Советском Союзе Люлька начал работу над своим двигателем РД-1 в 1939 году. И в 1941 году двигатель был завершен где-то процентов на 70. В отличие от немецких и английских коллег, он делал двигатель изначально с осевым компрессором, потому что подумал, что центробежные будут иметь слишком низкий КПД, и к двигателю, который надо будет в перспективе ставить на самолеты, не подойдет. Двигатель делал он и его небольшой коллектив в Ленинграде, но тут, что называется, грянула война, и работу пришлось полностью прекратить. По нескольким причинам. В первую очередь, то, что Ленинград был достаточно быстро окружен, работать стало невозможно, потому что цеха завода, в котором он, в общем-то, сидел, периодически подвергались артобстрелам. Во-вторых, всех специалистов по разным темам, в общем-то, начали раскидывать по другим КБ и заниматься не какими-то теоретическими изысканиями и двигателями, которые еще там, через несколько лет только будут готовы, а актуальными проблемами. Актуальной проблемой для Люльки стали воздуховоды, системы охлаждения танков КВ. На танки КВ, они, ну, собственно, советские тяжелые танки, очень весьма известны, особенно тем, кто играет в соответствующие компьютерные игры, они имели следующий дефект, у них очень быстро перегревался двигатель даже в самые лютые морозы. И перепроектирование воздуховодов, перепроектирование системы охлаждения позволило этим двигателям, в общем-то, работать получше. И в этом, и до 1942 года включительно, Люлька работал
именно там. Помимо этого, война обернулась для него, ну, достаточно серьезным личным испытанием. Дело в том, что его дети в это время, ну, на момент начала его войны, отдыхали, были у родственников под Киевом, и очень быстро его дети попали в зону оккупации немцев. И до 44 года он понятия не имел вообще, живы ли они, что с ними и тому подобное. Но человек, видимо, в то время был сделан из какого-то совсем другого материала, нежели сейчас, и тем не менее он работал и продолжал творить, и в голове у него, в общем-то, были вот идеи о создании реактивных двигателей. Стоит сказать, что работая над воздуховодами танка КВ, он работал непосредственно с Жозефом Коттиным, который дал ясно понять, что никакой другой теме, кроме танковой, в своих владениях он, в общем-то, терпеть не намерен. Ну и это можно понять. Ему надо делать танки, а не какие-то реактивные двигатели. В это время, вообще говоря, не в это время, а чуть-чуть даже до войны, немцы начали успешно разрабатывать свои первые серийные двигатели. Одним из них был BMW 109003, двигатель, который начал, по сути, разрабатываться в 1939 году. И под конец войны было выпущено более 600 таких двигателей. Они не устанавливались практически ни на каких самолетах, их производство только-только развернулось. Они ставились на бомбардировщик «Арада-234» и народный истребитель «Хенкель-162». Вторым, в общем-то, самым известным немецким двигателем стал «Джумо-109004», который устанавливался на первом в мире реактивном истребителе «Мессершмитт-262». «Джумо-109004» тоже начал разрабатываться в 1939 году. В 1942 году он уже летал на самолете. И где-то в 44-м году, под конец 44-го года, эти самолеты начали принимать участие в боевых действиях. Стоит сказать, что двигатели были, позволяли достигать более высоких скоростей, чем поршневые самолеты, но у реактивных двигателей был очень такой нехороший нюанс. Они очень слабо тянули на низких скоростях. Они позволяли достигать высоких скоростей, потому что не теряли тягу со скоростью. Но на низких скоростях тяжелые самолеты с реактивными движками были очень-очень легкими мишенями. В частности, эскадрилья БВ-44 Адольфа Гауланда, где немцы под конец войны попытались собрать лучших своих асов на лучших своих самолетах и что-то попытаться с этим всем сделать. Была специальная другая эскадрилья на поршневых самолетах, которая прикрывала вот эту эскадрилью, пока те заходили на посадку. То есть специальная эскадрилья прикрытия реактивных истребителей. То есть настолько все было плохо с приемистостью и с тягой у первых реактивных самолетов. Этих двигателей было выпущено около 6000 штук. И надо сказать, что вопреки некоторым расхожим заблуждениям, производство реактивных двигателей было проще, чем производство поршневых двигателей, ну, если оно было как бы развернуто. Они требовали гораздо меньше стратегических материалов, они требовали меньше некоторых точных операций, вроде сложных отливок и тому подобное. И еще один важный нюанс, они требовали реактивные двигатели, в отличие от поршневых, требовали гораздо более дешевого топлива. Авиационные поршневые движки требовали высокооктанового дорогущего бензина, с которым у Германии было все очень плохо, а реактивные движки работали, ну не на мазуте, конечно, но они работали на керосинах, которые считаются более низкосортным топливом. Поэтому, в общем-то, использование реактивных движков во многом было экономным для немецкой стороны. А помимо этого, трудоемкость к изготовлению одного такого двигателя составляла всего 600 человеко-часов. То есть, если, грубо говоря, у нас тут здесь собралось примерно человек, допустим, 60, округлим в большую сторону, и мы 10 часов что-нибудь здесь поделаем, мы сделаем один такой двигатель. А двигатель имел массу около тонны и примерно такую же, чуть-чуть меньше тонны, и чуть-чуть меньше тонны тягу развивал. То есть соотношение массы к тяге было 1:1.
Версий этого двигателя было очень много, потому что существовали версии двигателя с разными лопатками, из разных сплавов, с разным немножечко расходом воздуха. Все зависело от того, на каких заводах это все развернуто было. Производился он на целой куче заводов, потому что немцы максимально рассредотачивали свое производство, потому что американцы и англичане бомбардировали их заводы нещадно. Часть этих двигателей, вообще говоря, под землей в том числе делалась, но под конец войны они выпустили 6000 штук, из них и они ставились на 1500 изготовленных Мессершмитт 262, но повоевать из них успели только 200 самолетов. То есть немцы старались, но не смогли. Собственно, реактивные самолеты, на которые немцы и британцы ставили свои двигатели, вот они. Вот это вообще первый самый реактивный самолет в истории, Хинкель 178. Такая маленькая пузатенькая штучка, в которой находился один вот этот двигатель ХЕС-3, который летал максимум 10 минут, потому что заканчивалось топливо, который при этом развивал скорость под 700 с лишним километров в час. Вот это Мессершмитт 262, как бы ласточка, которая является вершиной немецкого военного самолетостроения. Это Хенкель 162. Примечательный самолет, на который ставился, собственно, двигатель BMW-109-03. Самолет примечательен тем, что от появления этих заданий до первого летного образца прошло всего 3 месяца. То есть за 90 дней спроектировали и сделали самолет. Этот самолет назывался народным истребителем «Фольксджаггер». И смысл был в том, чтобы сделать из спичек желудей самолет, который мог на равных противостоять англо-американской и советской авиации. Попытка была, но самолет этот, в общем-то, повоевать не успел, хотя под сотню штук изготовить смогли. Британцы сделали самолет Глостер Метеор, на который ставилось по два реактивных двигателя Фрэнка Уитла. Хотя формально и Британия, и Германия воевали, и у обеих стран были реактивные самолеты на вооружении, не было ни одного столкновения реактивного самолета, двух реактивных самолетов противоборствующих держав. То есть у реактивных самолетов не сложилось повоевать в ходе Второй мировой войны. А метеоры в основном использовались для того, чтобы сбивать в том числе крылатые ракеты, которые немцы запускали в сторону Британских островов. В Советском Союзе уже в конце 1942 года Архипа Люльку вызвали в Москву, сказали: «Мы знаем, что ты занимаешься перспективными двигателями, нам эти двигатели нужны». Поэтому возобновляя работу. И он полетел в составе делегации в осажденный Ленинград, где он за год до этого закопал на несколько метров под землю в ящиках чертежи и в общем-то, фрагменты двигателя РД-1, которые они были сделаны, то есть оснастку, прочие вещи. То есть это все было тщательно упаковано, это был, как он сам называл, это был клад. В общем-то, этот клад они приехали откапывать, при этом откапывали они его под бомбежками, и с этим всем добром полетели обратно в Москву с его командой. И к 1944 году они сделали двигатель, который назывался С-18. РД-1 канул в небытие, РД-1 планировался достаточно маленьким, а С-18 был уже достаточно большим. Стоит сказать, что он развивал тягу 1200 кг, больше, чем немецкие двигатели того времени. И первый запуск этого двигателя состоялся в 1944 году, до того, как, вообще говоря, наши летчики впервые столкнулись с реактивными самолетами немцев. То есть, в общем-то, что характерно, разработка вот этого двигателя, она шла, конечно же, с опозданием от немцев и британцев, но она шла абсолютно независимо, потому что не было никаких, кроме сведений о том, что немцы имеют реактивные самолеты и британцы имеют реактивные самолеты, никакой информации другой, в общем-то, об этих реактивных самолетах и об их двигателях не было. А двигатель такой, в общем-то, появился и заработал. Но заработал он не совсем хорошо. Практически при первом испытании на больших оборотах двигателя случилось явление, которое называется помпаж.
которое сейчас называется помпаж, а тогда оно называлось салат из лопаток. Произошел выброс пламени из компрессора, а когда это все как бы дым утих, шум уложился, взору предстала вот примерно вот такая вот картина. То есть покореженные лопатки, все было как бы уничтожено. Что случилось? Дело в том, что я уже сказал, что давление в двигателе постепенно повышается от атмосферного на входе до самого высокого на последней ступени компрессора, и дальше оно падает. Но двигатель же это как бы не статичная штука, там вращающиеся части, есть какие-то там вибрации, пульсации, и на высоких оборотах периодически возникало, например, пульсационное горение, когда горение происходило вспышками. И если на какой-то момент давление в камере сгорания превышало давление на компрессоре, поток воздуха в двигателе разворачивался на 180 градусов. И пламя шло вот так вот в эту сторону, срезая лопатки и превращая двигатель в груду искореженного металла. Помпаж в самом как бы страшном своем исполнении выглядит так. В менее страшном исполнении он выглядит так, как просто нестабильный режим работы двигателя. В частности, такое случилось на салоне МАКС 2011 с нашим истребителем пятого поколения Т-50. Взлет при рулежке из одного из двигателей вырвалась вспышка пламени, раздался громкий хлопок, двигатель разоглушили и полет отменили. Сам двигатель, условно не пострадал, то есть это была не такая критическая ситуация, но, в частности, покорежило немножко створки сопла от этой вспышки, и в целом, как бы, полет пришлось отменить. В полете эти явления еще хуже, потому что если мы на стенде имеем вот такой вот поток воздуха, когда мы его можем контролировать, когда все происходит замечательно и красиво, когда самолет летит и совершает какие-то маневры, поток воздуха может идти не совсем перпендикулярно тому, как не параллельно оси двигателя, короче. Из-за этого возникают неравномерности на компрессоре, скачки давления и локальный там помпаж, тряска, нестабильные режимы работы. В чем есть такой вот маленький нюанс? Всем известно, что наши самолеты современные выполняют, скажем так, те фигуры высшего пилотажа, которые недоступны, в частности, самолетам европейским и, в общем-то, американским тоже. Почему такое случается? Почему как бы у нас получается, у них нет? Дело в том, что наши двигатели, которые современные, они имеют такую систему управления, которая позволяет стабильно работать на высоких оборотах, даже если поток воздуха не просто под углом там 30-40 градусов идет, а под углом 180 градусов идет. То есть самолет фактически может лететь задом наперед и при этом работать на полную мощность своих двигателей, не теряя тягу. Это на самом деле это серьезный такой факт, что и серьезно больше никто, кроме как бы нас, именно с такими режимами работы двигатели пока что делать не умеют. Но помпаж тогда был страшным явлением, и было совершенно непонятно, как с ним бороться, потому что тогда не было автоматических систем управления, тогда, собственно, теории этого всего не было, школы тоже не было. Это, и при первый же испытательный образец двигателя был полностью уничтожен первым же помпажом. В итоге было сделано 5 образцов двигателя, на которых отрабатывали разные режимы, и он, в общем-то, завершил испытание и поступил заказ. Но тут случилось следующее. Вообще говоря, немножечко вперед забежал. Случилось следующее. Практически сразу же после того, как первые двигатели наши товарищи запустили, в трофей Советскому Союзу достался разбитый с бомбардировщика Рада-234 с двигателями Джуму-109-004, вот этот бомбардировщик, вот с этим вот двигателем. Он поступил в полностью разбитом состоянии, но тем не менее двигатель можно было там условно посмотреть, разобрать, и его отдали, в общем-то, тем, кто занимался этими двигателями в Советском Союзе, то есть люльковцам. Они осмотрели немножечко, и практически как только они начали смотреть, поступил полностью исправный самолет в распоряжение Советского Союза. Захватили эшелон, на котором этот самолет находился в разобранном виде. В общем-то, готовыми к использованию двигателями, которые прошли тут же испытания в Советском Союзе.
И, скажем так, отставание Советского Союза в двигателестроении стало, ну, очевидным, ну, буквально всем, потому что стало понятно, что у немцев такие технологии есть, и они находятся в серийном исполнении и уже, в общем-то, воюют. Поэтому пришлось, скажем так, пережить немало сложных баталий, потому что лелькотцев хотели пересадить на тему копирования вот этих двигателей. Потому что, ну, кто кроме них лучше разбирался, в общем-то, в двигателестроении вот этого нового рода. А лельковцы не хотели этим заниматься, они хотели заниматься своей школой. Тем более, что по характеристикам двигатель С-18 имел лучшие параметры, чем двигатель, который стоял у немцев. То есть они... Но с маленькой такой оговорочек. Двигатель, конечно, был лучше, но у немцев был двигатель серийный, который стоит на самолете, который летает, воюет, а у нас двигатель не серийный на стенде. То есть, скажем так, есть маленький нюанс. Двигатель был лучше, но не лучше. В итоге, по итогам совещаний, по итогам демонстрационных пусков, было принято решение, что... копированием немецких движков займутся другие двигателестроительные КБ – Климова, Кузнецова, Микулина. А лельковцы будут заниматься своей собственной тематикой. То есть, как они сами смеялись, мы отбились от немцев. То есть, отбились от немецкой техники и занимаемся своей. И они, занимаясь своей, на базе двигателя С-18 сделали первый чисто советский серийный двигатель, малосерийный двигатель ТР-1. Которые хотели устанавливать на самолете-истребители Су-11 и бомбардировщики Ил-22. Но не сложилось. Двигатель получился не очень надежным, то есть проблема помпажей осталась, хотя у него были хорошие удельные характеристики, по-прежнему лучше, чем у немцев. Но надежность двигателя оставляла желать лучшего, поэтому он был выпущен небольшой серии и... ну, в общем-то, нигде серьезно не использовался. Хотя самолеты с этими двигателями совершали пролет во время авиапарада в Тушино. То есть, в общем-то, самолеты летали, и люди их видели. Поэтому основным двигателем переходного периода, ну, не основным двигателем переходного периода, а главным, как бы, двигателем, который стал, позволил советской авиации стать на реактивные рельсы, стал двигатель BMW-109-003 и двигатель GMO-109-004, которые были скопированы Советским Союзом под наименованиями RD-10 и RD-20. RD-20 – это BMW, RD-10 – это GMO. На первые советские реактивные самолеты ставились чисто немецкие двигатели, которые получили в качестве трофеев. То есть просто вот прям немецкий движок ставился на самолет и с ним пытались что-то делать. И, в общем-то, первым реактивным самолетом Советского Союза стал самолет Як-15, который был сделан каким способом? Сняли поршневой двигатель с самолета Як-3, присобачили реактивный двигатель GMO-109-004, присобачили жаропрочный экран под хвостом, чтобы не сжечь себя самого в полете, ну и полетели. Как ни странно, несмотря на такой, я бы сказал, варварский способ разработки, самолет получился относительно простым в управлении и идеально подходил для того, чтобы переобучить советских летчиков летать на реактивной авиации. Разумеется, боевое применение этого самолета, ну, никакое не планировалось, у него вооружение было более чем скромное, и, собственно, воевать он не хотел. КБ «Микояна» сделала самолет МиГ-9, который имел, ну, прямо расположенное крыло, два двигателя БМВ и уже нормальное, в общем-то, вооружение, состоящее из двух 23-миллиметровых пушек, и вначале даже там стояла 57-миллиметровая пушка. Потом вместо нее поставили 37-миллиметровку. И этот самолет тоже был, в общем-то, использован в основном для обучения советских пилотов новой реактивной техники. И, как бы, это все были, в общем-то, самолеты переходного периода. При всем при этом в Британии уже давным-давно были хорошие двигатели, которые кратно превосходили те двигатели, которые копировал СССР по качеству и по технологиям, которые в них применялись. И каким-то чудом в 1946 году советская делегация, которая посещала Великобританию, смогла закупить 40 новейших английских двигателей.
То есть британцы продали эти двигатели, в некоторых источниках пишется, что продали лицензию на производство. Нет, лицензию никто не продавал. Они продали эти двигатели, под джентльменское соглашение, что типа, вы же не будете их ставить на свои военные самолеты. Нет, сказали советская делегация, в которой был, в общем-то, Микоян, Микоян, который авиаконструктор, а не который политик. Ну, понятно, Микоян же известный разработчик этих гражданских самолетов. И двигатели закупили, поступили в СССР, и... Эти двигатели были следующие. Rolls-Royce Nin, вот он, красавец, и Rolls-Royce Derwent, который был такой же, как Nin, только чуть-чуть меньше. И названия британских двигателей исходили из названий соответствующих рек. То есть это была такая традиция в британском двигателестроении называть двигатели в честь рек, потому что, по аналогии с потоком реки, поток газов внутри двигателя, вот такая вот вся философия, поэтому Nin и Derwent это, в общем-то, реки такие. А в Советском Союзе эти двигатели тут же начали, во-первых, обратно разрабатывать, во-вторых, ставить на опытные машины, которые должны были стать, собственно, истребителями Советского Союза. В первую очередь это был МиГ-15, на который ставился движок Rolls-Royce Nin. И КБ Лавочкина, оно решило поставить на свой самолет менее мощный Rolls-Royce Derwent, потому что предполагало, что, возможно, Советский Союз не справится с копированием более мощного двигателя. И КБ Яковлева тоже, в общем-то, поставилось на свои самолеты Derwent. Но Микоян здесь сделал правильную ставку, более мощный двигатель, более быстрый самолет. И в итоге МиГ-15, оснащенный чисто советским двигателем РД-45, а потом ВК-1 конструкции Климова, стал достаточно известным боевым самолетом. В чем прикол двигателя Rolls-Royce Nin? Дело в том, что самих вот этих двигателей сами британцы выпустили где-то 1000 штук. Этот двигатель был, в общем-то, проходного периода, там у них ничего особенного не сделано. А вот этих вот красавцев было сделано где-то 29 тысяч штук. Это, вообще говоря, самый массовый реактивный двигатель в истории человечества. И возможно, ни один двигатель этот рекорд больше не повторит, потому что сейчас истребители в таком количестве больше не выпускаются. А маленькие реактивные самолеты с ними как-то не очень сложилось. И, собственно, ВК-1 он уже имел немножечко другую конструкцию, увеличили расход воздуха, увеличили камеры сгорания, увеличили турбину. И когда британцы немножечко подофигев от того, что как же так, мы договаривались, что вы не будете ставить их на самолеты, а это двигатель нашей разработки, потому что мы там кое-чего изменили. Вообще говоря, британцы не такие идиоты, как я про них рассказываю. Просто было предположение, что Советский Союз элементарно не справится с копированием современной британской техники. Точно такое же мнение было у американцев, когда они прекрасно знали, что на территории Советского Союза находятся несколько их бомбардировщиков Б-29, которые были интернированы во время войны. И точно так же американцы были уверены, что Советский Союз не сможет осилить атомную бомбу раньше, чем в каких-то 60-х годах. Но в итоге все немножечко облажались, потому что тот же Ту-4 полетел буквально через полтора года после того, как его начали копировать с американского Б-29. ВК-1 был скопирован тоже в течение кратчайшего срока. Уровень двигателестроительной промышленности и авиастроительной промышленности СССР был поднят, он не догнал американцев и британцев, но вплотную к ним приблизился. И в итоге в небе Кореи случилось очень неприятное для американской стороны, не только американской, англичане там тоже были, столкновение самолетов МиГ-15, из-за которого им спешно пришлось вводить в Корейскую войну свои новейшие истребители F-86. Скажем так, воздушные баталии между этими самолетами — это не тема для данной лекции, но смысл в том, что
Самолеты, ну, даже внешне видно, что они очень похожи были. Хотя разработаны они были разными КБ под разные задачи. Но уровень развития авиации был тогда таков, что под одни самолеты получились практически идентичными внешне. Хотя советский самолет был где-то раза в полтора легче. Собственно говоря, американцы тоже в двигателестроении отстали и от британцев, и от немцев, поэтому американцы закупали лицензию на производство британских движков, и американцы тщательно вывозили специалистов и чертежи немецких двигателей и использовали их у себя. Стоит, ну, сказать, что, например, разработчик двигателя GMO-109-004, он является генеральным конструктором двигателя для танка М1 «Абрамс». То есть современный, ну, в общем-то, самый современный американский танк имеет двигатель конструкции немецкого инженера. В общем-то, до сих пор. И Ганс Иохим Пабст фон Охайн тоже, в общем-то, работал в США по двигателестроительной теме. Собственно говоря, история копирования ВК-1 – это последнее серьезное, как бы, копирование со стороны Советского Союза западной техники, именно западной техники в области авиации. Копирование вот этих двигателей позволило нарастить свой уровень и школы, и промышленности. А, скажем так, наличие собственных КБ, в частности КБ-люльки, позволило не только, ну, выйти на уровень ведущих держав мира, но в каких-то случаях даже превосходить его. В частности, вершиной творения Архипа-люльки является двигатель АЛ-31, который сейчас стоит на самолетах Су-27, Су-30, Су-33. И, что немаловажно, и что является, скажем так, предметом гордости, он стоит на китайском истребителе 5-го поколения. Именно вот этот двигатель, который был сконструирован в 80-х годах. То есть была вчера, буквально на днях, новость, что Китай принял на вооружение истребитель 5-го поколения, но на нем стоит советский двигатель. Причем даже не копия советского двигателя, они закупают его у нас до сих пор, потому что не то чтобы там скопировать не смогли, им лицензию продали, они и по лицензии не смогли сделать двигатель с характеристиками, которые, ну, повторяли бы то, что разработано в Советском Союзе. Собственно говоря, вот эта история, если подводить итог, в первую очередь хотелось сказать следующее, что понятно, что Советский Союз отставал в двигателестроении, и отставание было достаточно серьезным. Но, тем не менее, была своя собственная независимая школа, которая дала свои, в общем-то, плоды. С отставанием, но абсолютно независимо. И что история советского двигателестроения, хотя, в общем-то, начиналась в первую очередь с копирования, потому что двигатели люльки на серийные самолеты, первые двигатели люльки на серийные самолеты не устанавливались, тем не менее, они существовали и были, скажем так, основой для дальнейших побед на двигателестроительном поприще. Спасибо за внимание, буду рад ответить на ваш вопрос. Если есть вопрос, поднимайте руку. Так, а микрофон как-то? Я думаю, тут хорошо слышно. Угу. Да, может, немножко не в тему, вы говорили об ограничениях винтовых двигателей. Правильно ли я понимаю, что вторым ограничением винта была линейная его скорость вращения? Ну, как понять, линейная? При достижении определенных оборотов кончик винта двигателя превышал порог скорости звука, например. Ну, собственно говоря, на самолете Ту-95 кончики винта действительно достигают скорости звука. И поэтому Ту-95, например, такой шумный. То есть его слышно за несколько десятков километров. Если кто-то там сталкивался с тем, что такой самолет летит где-то, недалеко, где-то в нескольких десятках километров, это можно узнать по характерному дребезгу стекол. Потому что сверхзвуковые вот эти вот кончики винта, они издают жуткий шум. Да. В общем-то, в принципе, тут же, да, превышение скорости звука с помощью воздушного винта именно самолетом, ну, это невозможная задача. И, собственно говоря, все сверхзвуковые самолеты, они имеют двигатели с входным, с воздухозаборником малого диаметра.
Скажем так, двигатели большого диаметра, они предназначены для дозвуковых самолетов. То есть, в частности, крупнейшие двигатели вроде Rolls-Royce Trent 1000, вроде там Pratt & Whitney самых крупных, которые... Собственно, Rolls-Royce, вот двигатели британские, это фирмы Rolls-Royce были выпущены, и Rolls-Royce до сих пор является ведущей двигателестроительной фирмой мира, в частности, практически все Боинги оборудованы двигателями их конструкции. Воздушный винт, то есть я говорил в первую очередь о дозвуковых скоростях, потому что сверхзвук стали штурмовать, в общем-то, первый советский самолет, который достиг скорости звука, это был МиГ-19, но на нем были куда более совершенные двигатели, и это произошло уже спустя несколько лет после того, ну, после описываемых событий. То есть, чтобы было понятно, двигатели, которые это там ВК-1, вернее, ну не ВК-1, Rolls-Royce NIN были закуплены в 1946 году, и в 1948 году они, в общем-то, были успешно скопированы. А сверхзвуковые самолеты появились уже, ну, я вот честно не скажу, но уже там за 50-е как бы, годы шло. И там были двигатели малого диаметра уже с осевым компрессором. Сверхзвук достигался только с помощью этого форсажа. Это только в пятом поколении бесфорсажный сверхзвук есть. Но воздушный винт, скажем так, до скорости звука в 30-е годы было очень-очень-очень далеко. И это было тогда не проблема. Проблемой было, например, штурмовать даже скорость 700 км в час. Ну, вот так вот. Просто мысль была, исходя из того, что если увеличить линейно, сам винт... Нет, там только обороты. Только обороты надо увеличивать. То есть в данном случае. Так, вопрос. Ну, в принципе, насчет литературы не скажу. Ну, в Америке я, конечно, сказал, что было до отставания от Британии и от Германии. То есть Америка по-прежнему, скажем так, была впереди Советского Союза в этом отношении, но позади, ну, была двигалась, скажем так, в фарватере Британии. Потом они тоже достаточно быстро нарастили лидерство. Насчет литературы, к сожалению, не подскажу. В общем-то, как ни странно, в интернете очень много как бы есть, ну, можно по названиям движков пройтись, и, в общем-то, история. Потому что первые американские реактивные самолеты П-80, он, в общем-то, полетел еще в годы войны. То есть, но, скажем так, двигатели, которыми он был оборудован, они отставали по своим характеристикам от тех двигателей, которые там разрабатывались в Великобритании, например. Ну вот я, к сожалению, не могу, скажем так, подробно ответить на ваш вопрос конкретно. Тут был вопрос задан. А какое давление создает компрессор и какое давление камеры? На первых двигателях степень повышения давления была там всего где-то в 3 раза. То есть, ну, 3 атмосферы. Но на двигателях современных степень повышения давления доходит до 30. То есть в этом как бы и сложность, что надо чисто за счет вот этого, ну, без герметичных каких-то уплотнений или что-то еще, чисто за счет напора воздуха держать вот такое давление. И поэтому, скажем так, помпаж с разрушением современных двигателей, он выглядит, ну, очень зрелищно. И там... Можно вот, кстати, посмотреть, есть все серийные двигатели, вернее, все двигатели для гражданской авиации испытываются на отрыв лопатки вентиляторной. То есть смысл испытания в чем? Лопатка должна оторваться, не пробить корпус, остаться внутри двигателя, и, ну, и, в общем-то, смысл испытания в этом. Двигатель, понятно, разрушается в хлам, но главное, чтобы лопатка не поубивала самолет и не уничтожила там, в общем-то, там, например, не перебила лонжерон, не перебила фюзеляж или что-то еще. Так вот, вот на видео вот этих испытаний идет отрыв лопатки, сразу мгновенно идет понижение давления, и практически еще до того, как лопатка начала двигаться, ну, в сторону этого, в сторону корпуса двигателя, происходит выброс пламени из компрессора. Просто за счет того, что давление упало, и сразу же из камеры сгорания пламя идет в обратную сторону. То есть помпаж, ну, как вот
вызванный отрывом лопатки тоже как... Вот можно как иллюстрацию этого явления посмотреть. Fan blade тест там можно вот где-то вот в Ютубе набить и найти такие видяшки. Ну, я знаю о нем как о конструкторе самолета, самолетов, ну, весьма таких, я бы сказал, необычных. Не помню, как называется этот машина, которая в Монино сейчас стоит. ВВА-14. Снова приступили к ее восстановлению. Ну да, я потому что ее видел буквально полтора года назад, она была, я бы сказал, в очень плачевном виде. Но про него я, к сожалению, кроме вот этого ничего сказать не могу, потому что как бы... Правильно я понимаю, что повышение давления в компрессоре происходит за счет сужения канала только? Нет, не только за счет. За счет вращения, то, что мы как бы напираем. За счет сужения канала можно, конечно, там. Прямоточники, например, работают следующим образом, что за счет напора воздуха при движении самой машины повышается давление при сужении канала. Но в двигателях вот таких. Одновременно играют роль и сужение канала, и вращение, собственно, компрессора, и значительный вклад создают сами лопатки стационарные, которые тоже путем... Они в современных двигателях мало того, что стационарные, они еще поворачиваются под разными углами для того, чтобы компенсировать разницу в давлении. И за счет этого, в частности, повышается диапазон устойчивости работы этого двигателя. Но именно в этих двигателях тут не только за счет сужения канала. То есть тут в первую очередь за счет именно компрессора, как лопаточной машины. Просто я пытаюсь врубиться, я сам вообще по совсем другой теме специализируюсь. Возникали непонятки, то есть если только за счет вращения само количество. Ну как пылесос, в общем-то, работает там. То есть, как... Если поставить друг за другом 4 вентилятора, они будут знать один и тот же воздух. Так они же как бы канал сужаются все-таки. Ну вот тут этот потом с вами отдельно поговорим. Вопрос там был человек. Да, вы сказали, что производство реактивных двигателей получалось дешевле, чем поршневых. А разве изготовление лопаток турбинное не что-то такое сложное? Тогда оно все было очень примитивное, то есть это современные двигатели имеют колоссальную трудоемкость, очень высокую точность изготовления, а в то время, например, если говорить о турбине, о лопатках турбины, немцы первыми придумали охлаждаемые лопатки турбины. То есть лопатки турбины, которые имеют полость внутри, через которую идет холодный воздух для того, чтобы она не сильно нагревалась. То есть сейчас это, в общем, технология, используемая везде для того, чтобы повысить температуру газов перед турбиной, без разрушения этой турбины. Но немцы это сделали по другой причине. Лопатки делались из никелевых и хромовых сплавов, а с никелем и хромом в Германии все было очень плохо. Полые лопатки требовали в два раза меньше этого материала, поэтому они делали их охлаждаемыми. То есть, вот, скажем так, они разработали принципиально новую технологию, как бы сделали шаг вперед в двигателестроении, но они сделали это не ради там какого-то мифического эффективности, а для того, чтобы материал просто сэкономить. И все эти вещи, то есть у них лопатки турбины, например, вот эти полые, цельнотянутые были. Их изготавливала фирма, которая делала латунные гильзы для артиллерийских снарядов. Методом глубокой вытяжки или что-то еще. Из хромового сплава их делали путем... Ну, лопатка турбины там, она была очень простая. Брали лист металла, сгибали его и проваривали. Все. Ну и ресурс у этих машин был 20 часов. Она 20 часов работала, ее можно было выкидывать. И процент брака там был такой, что двигатель, целиком выходящий с конвейера, мог бы быть сразу выкинут на помойку. Ну, потому что, как бы, ну, качество такое было. Чего есть? Давайте еще этот парочку вопросов, все. Скажите, вы сказали, что, соответственно, наши двигатели благодаря какой-то технологии могут удерживать обратный забор воздуха. Что это за технологии, которые у нас есть у других? Нет, ну вот не это, скажем так, это не просто там технологии, которые. Это в первую очередь техзадания на эти двигатели, которые, если там.
Это система управления. Я уже говорил, что лопатки статора, они поворотные. Они поворотные, и система управления, она отслеживает за счет датчиков давления на разных ступенях разницу давлений и поворачивает вот эти вот направляющие аппараты и позволяет им работать на разных режимах. Что вы говорили, например, L-31 является до сих пор вот самым эффективным истребительным двигателем с точки зрения удельного расхода топлива. То есть даже американские двигатели пятого поколения, которые стоят на самолете F-35, имеют удельный расход топлива выше, чем двигатель четвертого поколения, который был разработан в Советском Союзе на 30 лет раньше. То есть это вот, ну, такая... За счет чего это было сделано? Это было сделано за счет того, что на стендах убили 70 машин где-то. То есть просто 70 машин, вот этих дорогущих движков, они причем еще не серийные были, они просто были убиты в хлам, убиты в хлам, убиты в хлам. Двигатель несколько раз перепроектировался полностью. И вот эта вот система управления вот для того, чтобы он был устойчивым, она тоже разрабатывалась очень долго. Плюс ко всему, ну, в общем-то, у американцев аналогом двигателя AL-31 является двигатель, вот сейчас единственное, еще не вспомню индекс, который стоит на F-15. Но, например, у F-15 4 ступени турбины, а у AL-31 всего 2. То есть уложились меньшее число ступеней турбины, то, опять-таки за счет того, что перепроектировали несколько раз. То есть не то, чтобы там есть какая-то прям уникальная технология, просто сам по себе двигатель был разработан с такими требованиями. У американцев требования были какие-то другие, то есть их двигатель может быть лучше в чем-то другом. Но за счет того, что наш двигатель способен работать, не просто работать на каких-то таких закритических углах атаки, но выдавать при этом еще почти стопроцентную тягу, вот за счет этого нашим самолетам доступны те маневры, которые на другие самолеты выполнить не способны. Просто потому, что они теряют тягу и получается, как бы они вынуждены прекратить маневр или, как бы, скажем так, быть некоторое время неуправляемым. Потому что, в общем-то, все ЛТХ современных истребителей, они обусловлены двигателем. Там не столько аэродинамика, сколько двигателем. Это, повторяя, в общем-то, слова Энца Феррари о том, что аэродинамика нужна тем, кто не умеет строить мощные моторы. Это реальная цитата Энца Феррари. И вот давайте, последний вопрос. Ну, примерно так же, как и сейчас, салат из лопаток. То есть это вот, скажем так, зависит от постороннего предмета. Если, например, кинуть тряпку в двигатель, любой двигатель будет уничтожен просто. Потому что тряпка эффективно перекроет поток воздуха, давление упадет, и до свидания. Если попадание птицы, например, в современный гражданский двигатель, это не критично. Во-первых, потому что современные двигатели, они двухконтурные. То есть есть внешний контур, огромный вентилятор, который не имеет за собой ничего, кроме, в общем-то, воздуха. То есть там он просто, он как огромный, не воздушный винт, а именно как вентилятор работает. То есть если его даже тряпкой накрыть, вот эту часть, ничего особенного не произойдет. То есть сама вот камера сгорания находится во втором контуре, который гораздо меньше по размерам. И если птица попадется во внешний контур, то есть... Двигатель, конечно, пострадает, получат забоины на лопатках, но вот эти испытания постоянно проводятся. Опять-таки можно в Ютубе найти видео, где в двигатель швыряют птицу, и эту, не птицу, там какую-то курицу или замороженную. Нет, не замороженную, размороженную, очень важно. И двигатель эту курицу, значит, нарезает на ломтики в заветной съемке. Весьма, весьма такое гастрономическое зрелище. А так, военные движки, как правило, попадание именно во внутренний контур, оно приводит к сильным повреждениям двигателя, и в лучшем случае двигатель просто будет на ремонт отдан, в худшем случае двигатель будет просто уничтожен. Ну, вот так. Ну, все, еще раз спасибо за внимание.